Я сейчас еду из Дели в сторону Чандигара. Мой друг, доктор Парамджит Сингх Сэни, он заказал для меня такси. Очень хорошее такси. Мой friend, Джо, доктор Парамджит Сингх Сэни, он мне для меня такси организовал. То, अब मैं दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ निकल रहा हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। थोड़ी हाईवे भी आपको दिखाता हूँ। खचू पकाजा हिंदी इसके से तक तो दवाई चिपाई अगले पास पहुंचे। ये तो मशीन टोयोटा एटियोस। वो शस्से такое индийский трафик. Я не смог снимать видео после аэропорта, потому что память моего аппарата был переполнен. И вот сейчас я освободил и могу снимать следующее видео. Оставайтесь со мной и посмотрите красоты Индии. Дорога все-таки немножко местами трясется, но машина трясется. Здесь промзона. Водитель хорошо водит машину. Скорость у него 90 км в час. Мне кажется, что мы хорошо едем без всяких пробок. Из Дели тоже вышли без всяких пробок. Нигде не пришлось стоять больше 3-4 минут. А так, вообще молодцы. Ну, молодец водитель. Вот смотрите, поля. Сейчас земля сухая. Наверное, уже урожай собрали. Но через какое-то время опять зелень пойдет, когда муссонские дожди пойдут в Индии. Так что вот эта дорога, и мы... Вот эта бензоколонка Indian Oil, который российский нефть покупает. Очень много строится дорога, смотрите сами. Сейчас строится длинный виадук, и нас направляют рядом с нефтью. Везде идет строительство, обновление дорог. Справа, вот видите, вот это вот виадук пошел уже. Чтобы мелкие населенные пункты без задержек для быстрого транспорта. Вот виадук и строится. Я буду подробно рассказывать, что я вижу, что я хочу подчеркнуть для вас в своих видео. Вы обязательно напишите в комментах, что бы вам хотелось видеть в моих видео. Вы знаете, друзья, что вот сзади у меня есть шоссе. И мы решили остановиться, немножко отдохнуть. Сзади у меня придорожная дхаба, Нанак называется, пенджабская дхаба. И тут можно вегетарианскую еду попробовать. Правда, цены у них немножко повышены, потому что прямо отсюда течет дорога. Дели вон там, и Чандигар вон там. Дальше. Ехать и ехать. Ну, надо передышку сделать, перекуры. Я сейчас вам покажу индийский йогурт, называется ласси. Сладкий я не заказал, я заказал соленый. Смотрите, сзади природа как. Так что можете смело останавливаться. Сейчас жарко, 40 градусов, но как-то я ощущаю хорошо. Как будто я нахожусь в Сочи. Так что я покажу вам сейчас. Я заказал себе ласси.
Вот это индийский йогурт, посмотрите. Сверху черный перец. Здесь в открытом месте вы можете посидеть, если вам по зубам индийская жара. Еще есть кондиционерный зал. Вот здесь кондиционер работает. Смотрите, как чисто, аккуратно все. Я люблю вообще немного, где народ, там отдыхать. Ну и внимание на вас будет всех. Так что давайте пить лассе. Попробуем. 75 рублей стоит стакан. Я думаю, что это недорого. Вкусно. В такую жару лассе я рекомендую в Индии. Если приедете в жару, пейте лассе. Водой вы не утоляете жажду. Не утолится ваша жажда. Ну, вообще классно. Так прохладительно. Это индийский йогурт. С водой размешивают. И потом его добавляют в йогурт, чтобы был жиденький. Вот такой. Ну, одноразовый стаканчик, так что волноваться нечего. Не отравитесь. Это я гарантирую. Вот там вдали такси, на котором я еду. Хороший водитель, 90 км в час, спокойно едет. В дневное время вообще передвигаться очень удобно, потому что немного трафика, машин мало, грузовиков мало. Доброе утро, Индия. Доброе утро, Россия. Прекрасное утро индийское. Вы знаете, друзья, в Индии утро очень прекрасно бывает, потому что тут чувствуется запах лета. С утра не так жарко. Но и запах растений чувствуется. Теплый воздух. Небо слегка затянуто облаками. Красота просто. Прекрасное утро. Ради этого утра стоит приезжать в Индию. Посмотрим, какие сюрпризы нам принесла это утро. Дальше посмотрим. Вот о чем я говорил. Смотрите. Солнцестояние. Прекрасно. Птички поют. Красота. С добрым утром. Действительно, очень доброе утро. Вы знаете, друзья, я очень люблю сфотографироваться с солнцем, когда он встает. С закатом солнца я не люблю сфотографироваться. Вот. Потому что солнце встает, и он пусть всегда встает. Как хорошее настроение, счастье в вашей жизни. А когда заходит солнце, тогда пусть он с собой не унесет ваше счастье, поэтому я никому не советую сфотографироваться, когда солнце на закате. Вот сейчас немножко плохо видно, вот сейчас очень хорошо видно, какие красивые краски он раздает всем.